Привет, с тобой Добров Константин. И то, что я тебе рассказывал буквально 2 дня назад про расширение браузера для использования ChatGPT, это полная ерунда. Можешь это удалять, это уже сейчас никому не надо. И я тебе сейчас покажу ту вещь, которая изменит твою жизнь просто навсегда. Итак, мы переходим на сайт, естественно, ссылка в описании, gpt4work.com, скачиваем и устанавливаем в Google Docs дополнительное расширение, которое легко устанавливается, просто нажимаешь, и у тебя в Google Docs, в Google таблицах и в Google документ появляется такое расширение. Называется расширение GPT for таблицы и документы. Просто указываешь свой ключ от API. Как получить ключ от API, если ты не знаешь, то ну, напиши мне, я тебе подскажу, либо отдельное видео запишу, если это будет очень популярный вопрос. И, соответственно, ты можешь писать все в табличке свои запросы и простой формулой равно GPT. А ты думал, что-то сложнее будет? Нет. Все. Ты просто указываешь, бери запрос отсюда, и в этой ячейке выводится полностью ответ. Привет. Привет, как я тебе могу помочь? Давай спросим, напиши советы по контекстной рекламе для фабрики кухонь. Просто протягиваем эту формулу, как обычная Excel-ка, и, соответственно, GPT в этой ячейке пишет ответ. Легко и просто, за пару секунд ты получаешь готовые ответы на все свои вопросы. Так можно писать стратегию, так можно писать клиентам, заполнять их брифы, так можно, ну, практически все, что угодно делать. Вот, опишите свою целевую аудиторию, ключевые слова, привлекательные, там, надо это вчитываться. Напиши запрос для контекстной рекламы фабрики кухни. Просто берем и протягиваем ячейку, и в этой ячейке, соответственно, появляется готовый ответ. Кухня. Великолепно. То есть работа интернет-маркетологов, да и вся работа сейчас изменится. Эта настройка, она очень много позволяет. Половину тут еще надо изучать и пробовать и тестировать. Но то, что я уже сейчас вижу, это просто великолепно. Напиши слоган для фабрики кухонь. Не можешь написать слоган? Вот. За тебя напишет нейросеть. Вкусные кухни от нас. Уют и комфорт для вас. Великолепный слоган для фабрики кухни. Не нравится тебе этот слоган? Напиши 10 слоганов. Не вопрос. Не нравится 10? Напиши 100 и выбери тот, который тебе нравится. Создайте свою идеальную кухню с нами. Великолепно. Просто великолепно. Так, напиши тайтл для сайта фабрики кухонь. Можно писать заголовки для страниц при помощи нейросети. И тут может быть не одна страница, а может быть 200 страниц. И это за 20 секунд тебе готовые заголовки. Напиши 10 объявлений для контекстной рекламы фабрики кухонь. Просто протягиваем. Можем протянуть все и сразу все напишем. Если ты знаешь, что спросить, то GPT знает, что ответить. Это просто великолепно. Это просто великолепно. Это настолько супер. Так, 10 объявлений. Вот 10 рекламных объявлений. А если длинные, можно попросить, напиши там длиной не более там 56 символов. Или там придумай структуру сайта для фабрики кухонь. Просто протягиваем и готовый ответ. Просто великолепно. Не нравится 10 объявлений? Напиши 100, напиши 1000, и ты получишь ответ. Просто это супер. И не надо ничего программировать. Так, а допустим, тебе не нравится слоган. Есть другая функция. Называется GPT-лист. И ты просто в этой функции указываешь, что ты хочешь получить, и получаешь аккуратненько вставленные значения, много вариантов ответа на вопрос. Слоган, вот тебе 10 слоганов. Легко и просто. И это полностью меняет всю работу всех специалистов. Это просто великолепно. Итак, а не нравятся тебе таблички? Google Sheet не любишь? Любишь Google документы? Пишешь стратегию развития своей компании? Просто выделяешь, переходишь в расширение, показываешь дополнительную настройку, которую ты установил, и просто нажимаешь «Отправить». Просто выделяешь и отправляешь. И нейросеть за тебя пишет все, что хочешь. Напиши стратегию,
напиши стратегию развития бизнеса по продаже кухонь. Так, просто выделяем, пишем, что мы хотим получить. А если у тебя уже есть табличка, то это великолепно. И, соответственно, чат GPT просто за тебя все пишет. Студенты, школьники, привет, пользуйтесь. Бизнесмены, генерация идей, брейншторм, вам нужна команда? Нет, вам не нужна команда. Вам нужно чат GPT и это расширение. Ну, соответственно, просто великолепно. Пиши, заполняй, и через пару минут у тебя готовая структура, готовая презентация, готовый план развития твоего бизнеса. Это просто великолепно. Подписывайся на мой канал, ставь лайк, колокольчик, что будет завтра. Это сложно даже представить. Пока!